И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на острове, все так же. Че я там говорил? Какой там я хотел в прошлой серии делать? Блин, надо пересмотреть. По следам первопроходцев. Короче, я нашел летоволков, это помогло мне. Реально, тот перезапуск мне помог. И сейчас я делаю 3 независимые ловушечки, в которых я скину лютоволков 112, 108 и вроде бы тоже 108 или 110, что-то типа того. Один женский, 2 мужских пола, что просто огонь огневище. И кстати, мне нужно, хоп, хотя давай парочку электроники не хватает, не считайте вот это вот. И сейчас пойдем томить лютоволков. Буду томить 3 специально для этого, для создания альфа. То есть он мало того, что будет семейные узы у них, так еще и будет альфач у меня. А сотку могу? Не могу. Но сколько смогу. Так, что там, 7 мне не хватало, да? Хоп, хоп, отлично. Вот, и, собственно, для создания альфача вроде бы нужно 3. Точно не знаю, поэтому для начала притомлю 2. Ай, какая нафиг разница, притомлю 3. Куда пошел? Так, на синий обелиск. 7. Телепорт. Я говорю, телепорт. И на... Бр-па-па-па-пам. Синий обелиск. Быстро прогрузился, я думал будет как обычно, там вот это лаги про лаги, а нет, благодаря тому, что я буквально недавно здесь был, он быстро прогрузился. Сейчас, что в моих планах, я лечу вот туда наверх, сейчас вот так вот, покажу стрелочкой, лечу вот туда наверх, там есть такая более или менее такая ровная поверхность, я делаю 3 ловушки и ставлю телепорт. Вот. И, кстати, надо будет его оставить. Напишу снежная вершина. То есть, по сути, это вот один угол карты, это другой угол карты. Очень выгодно, чтобы перемещаться более быстрее по карте. И, собственно, после того, как... Кстати, да, я лечу в облаках. Калява. Полеты в облаках. Вот. Делаю 3 ловушки, закидываю туда, в каждую, в свою ловушку. По волку, чтобы, мало ли, вдруг одного усыплю, они начнут глушить его, там, убивать и так далее, чтобы они как-то... То есть вообще они не будут соприкасаться друг с дружкой вообще. Как говорится, для такого ресурсов и не жалко. И вот где-то уже начиная здесь, хотя, наверное, слишком высоко. Да, я высоко, поэтому их никого не видно, собственно. Вот реальный показатель того, что... Если я сейчас спущусь... Что с моим языком? Если я сейчас спущусь ниже, то... Будучи в том же квадрате, я никого не вижу. Ну-ка давай, блин. Ниже еще. А, ужасно. А... Во, а теперь и не есть. Я тоже, после того, как вот тут... полетал еще... Я просто, знаете, вот прям вот смотрю на список там штук 7 лютоволков, и у всех там 27, 8 левел, там я такой вот это вот смотрю, такой, ёп, ну что вот это вот? И потом бах, одна стая там 100 с лишним, вторая стая 100 с лишним. Я такой, ох ты ж хитить колотить. Сначала нашел 2 мужиков. И такой типа такого фига. Вот, и потом нашел, кстати, вот этого не было. И потом еще даму-мадаму нашел. Так что тоже 100 плюс левел, 108 вроде бы левел. Что просто супер. Просто офигенно, я вам так скажу. Так что... А, да, в любом случае... Это что там, овес что ли? Или большерогий олень? А, нет, олени. Показались как овесы. Вот эти вот олених... Я постоянно с овесами путаю. Реально, я постоянно их путаю с овесами, потому что, ну, они без рогов, что логично. И
такая плюс-минус это, ноги только длиннее, как бы, а форма, особенно с высока, смотреть. А, просто я постоянно путаю. Ладно, строим ловушки, ловим. Точнее, ищем лютоволков и на томление. Только вот где я хотел. Вот вроде бы на этом месте я хотел строиться. Да, здесь как раз ничего нету, но места под ловушечки вполне достаточно. Эп. А, отличненько. Приземлились. И готово. Три ловушки. Один телепорт. Они стоят прям независимо друг от друга. Две стенки в высоту. Чтобы уж наверняка. И сейчас я пойду. Так, вернуть это на место. И сейчас пойду искать уже лют волков. По идее, одни должны быть где-то здесь. Одна, я бы даже так сказал, должна быть где-то здесь. Вот, мужской, женский 108 и 112. Кайф! Так. И они, если что, по ходу дела даже с одной стаи. То есть, в игровой стае даже. То есть, вот, настолько все круто. Опача! И о, вожачок, братан, ты и так будешь вожачком. Тихо. Давай без этого. И, говорю, вот реально, вот у них такая стая, что. Кстати, интересно, я их сейчас закину. Тихо. Ты чуть-чуть. Сидел такой спокойный, и тут бах, давай вот это вот накидывать на меня. Эй, я тебя не туда закинул. Братан. Братан. Иди сюда. Давайте. Ты растуду тебя. Ты иди в шопу. Дурной. Господи, я думал, он вылезет сейчас. Он так высунулся, я думал, что он реально сейчас вылезет. Уже ужасно. Хотя, слушай, давай я тебя уже сейчас начну оглушать, а то мало ли ты задиспавнишься от того, что я так далеко. Ты хорош так вылазить, высовываться. У меня сейчас реально душа в пятки ушла, я думал, он вылез и все, трындец мне. Нет, трындец бы мне не стал, но все равно. Короче, я лучше его буду оглушать. Да чтоб тебе, срань господня, уже сколько раз здесь падал. Вот. А вдруг задиспавнится. И это будет плохая. Скажем так. Штука. Хоп. Так. Там братишка. Ну, еще одну стрелочку. Ну, одну стрелочку. Надеюсь, не завалю. Собака, нифига ты меня пугать в натуре. Спит, отлично. Ну, где там седло еще где-то в жопе искал. А, отлично. Сейчас я его самку найду. Ужасно просто. Ужасно, как было страшно, честно. Когда он так вот вылазил башкой своей. Я думал, все, кранты ему вылезет сейчас. И он не должен, но я думал. Подожди, это было сам. 112 женский, 108, 112. А если они все будут одного левела? Ну хорошо, одного я чисто физически сделаю. Угу. Такс, окей. Это другая стая. И она реально появилась, только эта стая. Офигетушки. Минус 12 это хорошо, это 4 левела, это как бы дофига. Одного просто он будет более раскачанным, поэтому он автоматически будет вожаком. Так, самка волк.
Вожак. А, нет, вот он волк бегал. Просто я подумал, что типа, как она может быть вожаком, если волков-то не было. Я их просто не видел. Не заметил. Вот чего-то они начинают? Да это вот нормально сидели, чего вот вы? И тот такой же был дурной. Вот сиди тут. А! Вот и сиди, тот сиди. А, дурная ты. А, что-то было страшно. А серьезно? Фу. Надо уже винтовку сделать нормальную. Да ты... Да что со мной не так? Так, одна стрелка. И проверяем, вроде бы еще одну нужно. О, тут далеко не одна нужна. Две стрелы. Угу. В панике бежит и спит. Я говорю, спит. Ты сейчас серьезно, да? Где? Как это? Тут, наверное, уже был подгашенный. Отличненько. Сейчас вот их притомим, короче. И проверим. Будет ли вожак или не будет. Просто двумя управлять намного легче, нежели тремя. Так. Притащил баранину. Не так каждый раз. О! Давай! Не в ту сторону прыгнул. О! Хе-хе-хе, повезло. Ну, у меня как бы был телепорт, если чтобы я обздриснул, но, блин. Чему этот так? Глуханул его. Всего? Окей. Тут этого 1122 было? А, у этой здоровья сразу изначально было больше. Ну, да, выносливости больше. Ух. Так, ну ладно, ждем, пока они похавают. А два раза, этот один раз. И посмотрим уже на выжака. Прокнет, не прокнет. Кстати, нужно сделать эти... Вызывалки их не. Так. Волк есть. Еп. Твою мать. Отличненько. Да, у тебя выносливость уже, соответственно, нормально. То есть тебе ее качать не нужно, можно здоровечко качать будет. Так. Ты реально не пролазишь? Точно не пролазит. И даже не перепрыгивает. Отлично, значит, я все делал правильно. Так. Опять не то сделал. Так, вот это вот отключаем. Вот это вот переводим и хаваем. Отлично. Теперь ты у меня... Ага, отмечаешься. Здоровски. Так, сразу же врубаем тебя на пассив. Я застрял. По-другому вообще быть не могу. И отправляем тебя в дом. Бесконечность не предел. Так. Что у тебя здесь по характеристикам? Еды меньше. И нужно будет урон глянуть. Потому что у меня такое ощущение, раз здесь еды меньше, может либо вес, либо урон, что-то здесь есть явная разница. Отлично, ждем. Отлично. И она притомилась. Управлять.
Да, здесь здоровья больше, выносливости меньше. Ёшкин кот. Вот. Еда, вес. Надо будет по урону глянуть. Но это означает, что все хорошо. Такс. Кстати, я же того волка-то не отсвистел. Ладно. И так. И тебя отправляем домой. Я-то не хочу! Отлично. Фу, успел. Потому что здесь мне нужно будет сильно на Аргентавис отправляться домой. Ну, погнали смотреть. Ну, что я могу сказать? Надпись «Вожак» означает одно. Их можно в двухе отправлять. Только единственное, что сделать нужно, нужно вот так вот. Погоди. Вожак вожаком. А что-то позабывать он не может. А, не. А что надо? Так, надо почитать. Вот эффект вожака у него сработал. Отлично. Отлично, вожак сработал. Также у него срабатывают семейные узы. Что еще дополнительно? Ой, господи, он черный, мне показалось, что я сейчас просто в воздухе вижу. Семейные узы плюс вожак, что очень даже хорошо. Такс. Член стаи и вожак. Отлично. Двух мне будет за глаза. Но нужно будет сейчас посмотреть, какие у них характеристики. Например, вот 540. 549. Здесь урон больше, а здесь выносливость меньше. Выносливость здесь, по сути, ей не... 200... 1200... О, да не, выносливость это то же самое. Только здесь здоровье меньше, здесь еды больше. Зачем-то. Нет, еда также. Вы же одинакового левела. А, у тебя 446 веса. Вот, у тебя вес больше. Ну, вес так и так качать придется. Особенно на том, которым я буду горцевать. Так что да. Тому, на ком я ездить не буду, нужно качать обязательно здоровье. Потому что я следить за здоровьем так сильно не смогу. Ну и нужно как-нибудь бы с этим всем определиться. А, ну и еще нужно следование уменьшить. Так, это не то. Такс. А чем там дистанция уменьшается? Блин, не помню. Так, погоди, это что там у меня? А, перезаряд воя. Отлично, господи, вот трудом. Так, секунду. Так, дистанция следования. Ставим низкую. Для того, чтобы они были прямо рядом-рядом. Ага, отлично. И ставим вас, по сути, бы еще бы в одну эту закинуть. В одну группу. Закидывается так, закидывается так. Делаем у первой группы, делаем нейтралку. Правильно же? Правильно. И теперь команды только первой группе. У тебя пассив остается. Да, все, отлично. Настроил их. Теперь останется то есть пройтись по парочку заметок, чтобы левелапнуть их нормально. Да побольше. И уже можно будет спокойно в какие-то пещерки, да, залетать. Вот такие вот дела. Клево. Ну, а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. В следующей серии обязательно пойдем в какую-нибудь пещерку. Вот. Надо будет в какую-нибудь пещерку сходить, желательно там, где будут скорпионы. Либо эти тараканы, как там эти? Пауки, пауки.
То есть мне нужен хитин, мне нужна цементная паста. Обязательно пойдем в какую-нибудь из таких пещер. Ну и все, на этом уже точно все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра, всем пока.